Ларисочка, поздравляю тебя с окончанием нашего, мне кажется, на самом деле очень успешного проекта. Для нас, для нашей академии, это новый проект, в который мы, наверное, к которому шли очень много лет. И мы не понимали, когда его запускали, насколько он отличается от основного курса. На сегодняшний день я поняла все отличия. Обязательно об этом расскажу всем, чем он отличается, группа выходного дня и основной курс наш семидневный. Желаю нереального профессионального развития, благодарных клиентов, которые тебе будут попадаться, счастье, счастье именно то, когда ты отдаешь, услышав пожелания клиента, и вот это обратное счастье, обратную связь от клиента, и чтобы они к тебе возвращались, база твоя росла, чтобы у тебя успешно все получилось открыть салон, чтобы ты развивалась, и всю энергию, которая у меня есть, я обязательно передам, обязательно пожелания все, и буду всегда на связи, на помощи, и любые вопросы буду решать. Поздравляю. И нам очень повезло на этом курсе выходного дня, что нашим преподавателем, нашим руководителем была сама директор Академии Боншери, это Диана. Нам очень повезло, мы чувствовали ее поддержку, она делилась своими знаниями, своим опытом, который мы будем в своей жизни потом применять. Я теперь понимаю, что это значит любимая работа и что это значит отдаваться любимой работе. Я очень рада, что я приняла такое важное решение в своей жизни. И теперь у меня есть мечта, к которой я буду стремиться, к которой буду плавно идти. Спасибо еще раз. Солнышко мое, ребеночек ты мой, бэбик. Я тебя тоже от всего сердца поздравляю. Приятно было познакомиться. Действительно, да, вот мне очень приятно было, что для меня это действительно первый вот такой опыт, который именно групповой, от начала до конца донести информацию. Мне очень понравилось, что ты вот тоже, то состояние в первый день, когда ты убегала с ванной, это было нереально, это нереально было просто. И сегодня, когда возьмите меня, пожалуйста, в рабы к себе, я буду, что она сегодня говорила будет, что она будет делать? Что ты будешь делать? Мыть собак. Мыть собак? Смотреть. Смотреть вообще, да? Она сказала просто смотреть. Теперь хоть призналась, что как стрижете, и то хорошо. Да. Зайка, я тебе тоже желаю исполнения твоей мечты. Не забывай про институт, ни в коем случае. Высшее образование обязательно необходимо. Груминг на самом деле твое сегодня это хобби только. Ты должна это четко понимать. Это дополнительный заработок, это интересное развитие. У тебя еще огромный потенциал во времени, в развитии. Поэтому институт не бросаем, учимся. Но груминг это дыхание. Даже если в институте не очень интересно, да, пошла, разрядилась, подстригла собачку. А у тебя, представляешь, какая целевая аудитория института? Да, это вообще я не знаю. Я не готовила речь, но от души хочу сказать, что мне очень приятно было здесь находиться. Я ни разу не пожалела, что выбрала именно вашу школу. Очень было профессионально, интересно. Вот. Я, конечно, хочу возвращаться сюда снова и снова. Я не хочу идти к другим. В институт? Нет, в институт, ну ладно, я туда и так почти не хочу. Мне хотелось бы, чтобы вот это была моя основная деятельность, а языки просто для путешествий, хочу знать. Я хотела бы всю жизнь стричь собак. Ты знаешь, это не для путешествий. Языки и груминг. Груминг — это ремесло. Ремесло а если ты еще знаешь язык, ты можешь в любой стране мира всегда заработать свои копейки. Кстати. Это плюс, наоборот, твои языки, поэтому я тебя прошу, только не бросай институт, не, учи не языки. Я тебя буду контролировать. Угу. Договорились? Да. Все, поздравляю. Спасибо. Диан, хочу
сказать большое спасибо. Вот, ну, я много где работала, да, и много общалась с разными людьми. Этот курс, он очень профессиональный. Но что для меня самое было главное, вот атмосфера. Я сюда к тебе прихожу, как домой, мне отсюда уходить не хочется. Так мы не уходим, да, похоже. И правда, это такая, такой колоссальный опыт, и такая классная у нас команда подобралась. Ну и я буду этим заниматься, это однозначно. Буду приезжать, хотя, тренироваться. Хотя я уверена, что во второй день ты сомневалась очень. Да. Очень. Да. В первый ты сомневалась, во второй ты еще больше сомневалась. Ну, и да. Вот третье занятие, все. Взорвалась и пошла. Спасибо. Просто не знаю, что сказать. Вас не надо, спасибо большое. Спасибо. Давай, успехов, развития. Поздравляю еще раз.